Как создать продающую шапку на WordPress в Elementor? Подробнее в этом видео. Итак, мы с вами подобрались к шапке сайта. Я вам сказал, что мы будем делать ее, когда закончим все блоки для нашего лендинга. Мы блоки закончили. И теперь давайте поговорим про шапку. Что в данном случае у нас в шапке будет находиться? Меню, которое прокручивает к нужному блоку. Дальше. Кнопки Viber, WhatsApp. Сейчас подробнее о них расскажу. И телефон. И что значит сделать шапку продающей? Продающий, значит, шапка имеет большую конверсию, нежели обычная шапка, которая, например, сделана неправильно. И какие главные ошибки, что можно сделать неправильно. Начнем с телефона. Во-первых, он должен располагаться обязательно вот в правом верхнем углу в шапке. Я не буду прям подробно останавливаться по правилам интернет-маркетинга. Я уже говорил, что у меня есть об этом подробное часовое видео. Несколько слов об этом скажу. Если вы серьезно занимаетесь бизнесом, то надо сделать, купить номер, который у вас будет 800. Это бесплатный звонок по России. И то, что вот он начинается 800, вот представляете, барьеры какие снимаются у людей. Они понимают, что звонок абсолютно бесплатный. И это и есть увеличение конверсии. И большее число людей сами вам позвонят. И многие не знают, что звонок бесплатный, именно начинающийся на номер 8800. Поэтому надо внизу обязательно написать, что звонок бесплатный. Это первый момент. Дальше. В шапке я рекомендую ставить две кнопки, это Viber и WhatsApp, никак не просто кнопки социальных сетей, там, где вы есть в социальных сетях, или кнопки поделиться данным сайтом, никаких отсылок в шапке ни в коем случае ставить нельзя, это минус конверсия. Плюс конверсия, вот эти две кнопки. Все знают, что это бесплатные мессенджеры, где можно бесплатно отправить смс-ку или прямо позвонить. Поэтому эти кнопки устроены так, что при клике пальцем на эти кнопки с телефона, с мобильного устройства, открывается мессенджер. Естественно, на телефоне у вас должен установлен быть этот мессенджер, где вы сразу можете этому человеку данного сайта написать или сразу позвонить в одной из соцсетей, да, или Viber, или WhatsApp. Это максимальная конверсия. Вот поэтому эта шапка называется продающая. И давайте ее реализуем. Переходим в админку нашего сайта, в самый низ прокручиваем, берем секцию, сюда размещаем. Зацепляем мышкой вот за нашу общую секцию, за эти точки, вот так хватаем, удерживаем мышь, колесом мыши, при этом крутим вверх. И вообще надо было в самом начале место оставить для меню, чтобы вот сейчас не заниматься вот этим перетаскиванием. А если был лендинг очень длинный, пришлось бы долго крутить. А вот так вот размещаем шапку. Шапка в данном случае у меня тут белого цвета. Значит, какие здесь колонки? Смотрите, одна колонка под меню. Две колонки под социальные кнопки, то есть одна под Viber, вторая под WhatsApp, то есть это уже три, и еще одна под телефон. То есть всего четыре колонки. Итак, нам надо сделать четыре колонки, да? Вот эту внутреннюю мы с вами удаляем. И здесь нажимаю плюс. Так, это 2, 3, 4. Для меню давайте я зацепляю левой кнопкой мыши за край нашей строки. Так, давайте для телефона совсем мало оставляем для иконки. То есть, сколько у меня здесь получается? Примерно вот так вот оставим. То есть, небольшие места я оставляю под иконки, здесь под телефон. И самая большая у меня остается под наше меню. Естественно, меню мы будем делать в следующем видео. Поэтому займемся иконками. Переходим теперь в плагины. Берем иконка. Плагин перетаскиваем в маленькую нашу вот эту вот секцию. И давайте найдем Viber. В поле поиска я пишу Viber. Нахожу эту иконочку. Выбираем. Вставить. В следующую колонку мы заходим. Также я перетаскиваю сюда иконочку. Здесь мы с вами ищем WhatsApp. Итак, я пишу WhatsApp. У нас WhatsApp две иконки. Выбирайте на свой вкус. Я возьму вот эту. Вставить. И здесь у меня цвета, цвет WhatsApp и цвет Viber я взял такие, как они есть. То есть кликаем теперь по иконочке. И давайте сразу с дизайном разберемся.
То есть вот такой цвет я беру. И при наведении буквально небольшой интерактив. Я беру тот же цвет, при наведении вставляю здесь и делаю его, например, чтобы буквально она немножко менялась. Вот при наведении меняется, все этого достаточно. Теперь давайте займемся дизайном WhatsApp. То есть у нас это зеленый. И при наведении пускай будет чуть темнее. Теперь, глядя на иконки, можно понимать, что для них места можно оставить меньше. То есть я бы сделал их поменьше расстояние, чтобы оставить больше места для телефона. Таким образом, я сокращаю расстояние между иконок. То есть вот так вот смотрится интересней. Давайте зайдем в настройки общей нашей шапки. Расширенные. И у меня отступ сверху 5 пикселей, снизу 5 пикселей. То есть немножко пошире я ее делаю. Теперь давайте займемся ссылками. Я кликаю на кнопку Viber. И здесь ссылка, внимание. Вот так она пишется, можете посмотреть. И вот здесь вот вы ставите свой номер телефона, сотовый. Должно работать. То есть пальцем кликая с телефона именно по этой кнопке, должен открываться мессенджер. По крайней мере, раньше работал. Если вдруг что-то у вас не срабатывает, не получается, ну, возможно, они что-то изменили. Надо будет зайти на официальный сайт Viber и посмотреть, возможно, в техподдержке спросить, как получить правильную ссылку, на, чтобы это вот так работало. Но раньше работало именно по этой ссылке. Вот посмотрите, как у меня это выглядит, и также запишите. Также проставляем ссылку, кликаю по иконке WhatsApp. Здесь, внимание, как выглядит ссылка WhatsApp. То есть все надо абсолютно так же записать, как у меня. И после знака равенства вы проставляете свой номер сотового телефона. Далее давайте поставим телефон. Вы уже, в принципе, знаете, как это делается. Берем плагин «Заголовок». Сюда размещаем именно так телефон, чтобы он был кликабельный, как я вам показывал. Значит, здесь не забываем выбрать параграф. Размер я выбираю здесь большой. Выравниваю телефон по правой стороне. Дальше перехожу в стили, цвет. Выбираю серый. И если у вас телефон 8800, обязательно надо написать ниже «звонок бесплатный». То же самое, беру заголовок, размещаю его ниже. Пишу «звонок бесплатный». Здесь выбираю параграф по правому краю. Цвет я беру такой же, как и телефон. Обновимся. Посмотрим на сайте. У нас с вами все получается. Единственное, только давайте теперь оцентруем. Видим, что социальные кнопки не на месте. Переходим в каждую секцию и делаем здесь посередине. Посередине. Здесь тоже посередине. Ну и меню, которое будет у нас в следующих видео, тоже посередине. Полный видеокурс по Elementor Pro для начинающих. В данном курсе я полностью освещаю все детали и тонкости о том, как создать профессиональный сайт на Elementor Pro версии. Пройдя этот курс, вы станете настоящими профи в создании сайтов. Я приглашаю вас на страницу презентации данного видеокурса, ссылку на которую вы найдете в описании под этим видео. Прямо сейчас вы можете переходить к просмотру следующего видео, где я покажу, как сделать на сайте под управлением Elementor якорное меню, которое будет прокручивать по странице до нужного блока.